Компания «Башнефть», входящая в структуру Роснефти, представила на выставке «Газнефть-технологии» передовую разработку, учебные тренажеры на основе дополненной реальности. Новинку первым опробовал глава региона Ради Хабиров. А я вижу реальный агрегат, это качающая станция. Получается, вот я вижу прям отдельные элементы ее. Тут, соответственно, джойстик показывает движение, я так понимаю, да, указывает последовательность моих действий. Ну и, соответственно, я могу вот практически вот в полном объеме видеть этот объект. Это для чего? А это для обучения. Это вот то, что называется виртуальная реальность. Не обязательно выезжать туда, зашел в обучающий кабинет, и ты видишь все элементы, все детали. Технология позволяет показать принцип работы сложных агрегатов, узлов и процессов с помощью виртуального моделирования производственных условий и сценариев. Для этого достаточно надеть очки дополненной реальности, запустить программу и выбрать тему для изучения. При этом система выводит на экран нужный производственный объект с его реальными параметрами. Так сотрудник предприятия изучает алгоритм технологического процесса, а также доводит до автоматизма действия при нештатных и аварийных ситуациях. Учебные тренажеры разработаны специалистами «Башнефти» совместно с учеными РН «Башни Пенефть». Очень много сегодня в компании ресурсов по научно-исследовательским институтам. Мы их можем привлекать с периметра компании, с любой точки нашей необъятной области. И можем сотрудников своих отправить на тест, проверить знания, да, профессиональный уровень подготовки действующих для минимизации рисков по промышленной безопасности, охраны труда. «Башнефть» ежегодно принимает участие в выставке «Газнефть-технологии» и традиционно представляет инновации. Эксперты отрасли отметили и стенд компании, который в полной мере отражает технологичность и постоянную модернизацию предприятий в ее составе. Напомню, что прошлый год оказался непростым для мировой экономики, в особенности для нефтегазовой отрасли. В новых условиях башкирским нефтяникам удалось перестроиться и сделать важные шаги по укреплению производственного потенциала. В течение всего 2020 года компания последовательно наращивала инвестиции в промышленную инфраструктуру. Также в рамках форума «Башнефть» провела деловую секцию на тему новых технологий и импортозамещения в области исследований нефтяных и газовых скважин. Организаторы предприятия «Башнефть» «Петротест» представили участникам результаты успешных испытаний передовых отечественных технологий, позволяющих сократить затраты по важным направлениям геофизических исследований скважин на 35%.